спешу и, как обычно, опаздываю. Я с 12 до часу должна быть в юридической конторе. А сама видите, что делаю. Только душ приняла, привожу себя в порядок, опаздываю. Сейчас хлеб поставлю, потому что без хлеба никуда. Многовато закваски закажу. Без хлеба никуда. И пока сейчас соберусь, как раз переложу форму, а там уже у меня даже Виталик сможет поставить, если что, его печься. Вы знаете, у меня что-то голова болит. Не пойму, в чем дело. Затылок. Не то, что прям голова, да, болит, а затылок стреляет. Мне кажется, это когда мы на корабликах катались, маленько все-таки сквозануло. Мы там замерзли. Интересно, как Саша с Данилом. У них как самочувствие. Надо спросить. Вчера еще хотела. Не спросила. Может, они там тоже бедные. Позамороженные были. Да все, у них болит. Все, закваска готова. Так. Я ложечку перги забыла съесть с утра. Это город самый приятный на земле. Нормально, 290 сделаем. С чайника воду солью, чтобы была кипяченая. Лицо еще не намазала, выскочила, про хлеб вспомнила. Аж чувствую, что надо это кремом намазать. Тянет. После того, как ее двое суток не покормили вместо суток. Я вот не знаю, как быть с закваской, когда будем в отпуске в Карелии. Наверное, возьму с собой, буду просто прокидывать по две ложки закваски. Каждые сутки кормить, да и все. А что делать? Я ее не хочу оставлять. Я волнуюсь за нее. А, ну если сынок будет дома, сынок будет кормить. У него с этим проблем нет. Сынок вообще у меня такой молодец, такой взрослый парень. Ну, уже взрослый мужик. Это не какой-нибудь там маменькин сыночек. Взрослый мужик. Одна все там разоряется, пишет в Ютубе, что у меня ребенок брошенный, что мы его с собой никуда не берем, но и все в этом духе. 350 грамм. Что хочется сказать, пиши. Пиши. Ковыряй, мой милый, суй туда палец весь. Только вот с этой силой в душу мою не лезь. Знаете стихотворение Есенина? Вот знаете. Пиши. Все, что бывает написано на моей странице, это бывает хорошо для рейтинга моей страницы.
Бумага не краснеет, как говорится. Это Валюшка, я ее знаю. Она уже Эли переименовалась, Вали, кем угодно. Я даже знаю эту женщину. Она, кстати, уже такая вот лет, ну, чуть больше 50, ну, чуть не чуть, 50-60 лет ей, 60. Вот этой женщине 50-60 лет, точно я не знаю. Она, представляете, вот ей заняться нечем, она в свои 60 лет, она сидит, создает новые аккаунты и пишет гадости. А я ее знаю. И что самое главное, что она лижет это самое место мне и всем моим родственникам. Она его лижет. Она знает мою маму, она ей лижет. Она всем лижет, а в интернете пишет. А она сама попалилась. Она подошла к моей маме и сказала о том, что я ее заблокировала. А все так случилось, что я ее запомнила в других, ну, в социальных сетях. И все это совпало, я сопоставила. И оказалось, что это она. Плюс ко всему, я ей писала комментарий, она отреагировала правильно. То есть, тем самым она подтвердила, что это она. И вы представляете, да, насколько вот человек, она подходит к моей маме, говорит, пусть она меня разблокирует, я так люблю Олечку. Она вот это вот все делает, а сама от того, что ее заблокировала один раз, и я ее дальше продолжаю блокировать, у нее подгорает дно. Представляете, какие двуличные бывают. Ну ничего, ничего. Жизнь, как говорится, это такая штука непредсказуемая. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас словно мельница, но мне в лучшее верится. Так что, милая моя, все возвращается. Ты пока пишешь, а потом будешь спрашивать, за что тебе это. А когда уже будешь спрашивать, уже будет поздно. Так что одумайся, одумайся, что ты делаешь. И ведь это все гадости, которые люди делают другим людям, как говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Это же не просто так, это задолго до меня придумано. Когда роют другому яму, в нее сами попадают. Бумеранг никто не отменял. Чем больше пишут гадости, чем больше делают плохих поступков, тем больше возвращается. Причем может вернуться не напрямую человеку, а его родственникам. Его любимым, дорогим людям, знакомым, мужу, там, еще кому-то. Но думайте, когда вы что-то делаете плохое, думайте. Мне я прочитала, заблокировала, в следующий раз прочитаю, заблокирую, но это все видит Вселенная. Вселенная потом за меня отомстит и отомстит. Отомстит. И каждому будет то, что он желает другим, каждому. Не бывает так, чтобы человек безнаказанно что-то, знаете, даже есть такая вещь, как мгновенная карма. Бывают, делают что-то, мгновенная карма бывает, наказание. Самое лучшее в жизни, и я следую этому принципу, все оставить, вот как есть. Жизнь расставит все на свои места. И уже так было, и так есть, и так будет. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик в свое время. Друзья мои, пойдемте приводить себя в порядок. Хорошего вам настроения.